Всем привет! Сегодня мы будем готовить котлеты. Котлеты необычные, по крайней мере, для меня. Это постные котлеты. Те, кто придерживается, очень такое блюдо замечательное. И что нам для этого нужно? Вы можете все перекрутить на мясорубке, но я покажу, как это сделать на терке. Нам понадобится луковица, картофель и грецкие орехи. У меня, я буду готовить буквально вот на двоих, вот несколько штучек, вот на один раз, может быть, там. Поэтому я все взвесила. У меня получается орехов 70 грамм, лук примерно 70 грамм, и вот картошка это весит 250 грамм. Все, поехали. Нужно сначала потереть картошку. Или нет? Сначала мы потрем орехи. Сначала нужно потереть орехи. Аккуратненько, смотрите, пальчики, девочки, берегите. Доверьте это мужу. Давай, Леша. Готово. Ну, вы знаете, вот потерли орехи. Я посмотрю, может быть, чуть меньше. Ну, в общем, глянем. Так, теперь нужно что сделать? Нужно потереть на этой же мелкой терке картофель. Так, картофель мы потерли. И теперь вот посмотрите, вот если он очень влажный, его нужно слегка отжать. Но отжимайте, знаете, в какую-нибудь мисочку. Если потом у вас будет суховатый фарш, вы бы добавите этот крахмал. В общем, нужно слегка отжать картофель. Вот достаточно много жидкости получается у меня. У меня картофель такой, видно, влажный. Вот. Все, видите? Вот. Но жидкость не выливаем, смотрим. Так, теперь сюда, в эту же картошку, мы трем лук. Тоже на мелкую терку. Так, теперь сюда высыпаем орехи. Ну, я так понимаю, вы знаете, орехов можно чуть меньше. Здесь у меня 70 грамм, а вы можете добавить 50. Но я использую все. Так, теперь нужно посолить по вкусу. Можете использовать любые приправы. Я буду использовать черный перец. И, наверное, красный сладкий. Так, теперь нужно все перемешать. Сделать, в общем-то, фарш. Если, я напоминаю, если он суховат получается, добавьте ту жидкость, которую вы отжали из картофеля. Все хорошо перемешайте, чтобы лук все соединилось равномерно. И, в общем-то, на этом этапе у нас все. Сейчас мы будем формировать котлеты и жарить. Как обычные котлеты, только по времени это будет намного быстрее. Ну и все, вот так вот берем часть фарша, сворачиваем. И вот как, какие котлетки вы хотите. Вот такие. Все, формируем котлеты и будем жарить. Так, я налила сюда масло растительное. Огонь у меня средний, не сильный. Масло уже нагрелось. И выкладываем котлеты. У меня получилось вот 4,5 котлеты. Жарим до румяной корочки и переворачиваем. Что это вы здесь делаете, а? Традиционная рубрика. А что это вы здесь делаете? Я делаю салат. Это здесь свекла, морковь, соленый огурец. Сегодня я добавила помидор. Добавлю еще горошек консервированный. И вот лук. Кстати, этот салат есть у нас в плейлисте. Оставишь ссылку внизу. И обратите внимание, как я режу лук в салат. То есть вот корневище, вот хвостик, а мы режем вот так. Попробуйте. Это сладкий лук. Очень интересно получаются такие лепестки в салате. Вот так. Так, они зазолотились. И переворачиваем. Смотрите, они выглядят как обычные котлеты. Даже по цвету. Но я говорю, что когда я первый раз их приготовила, Леша, зная о том, что там нет мяса, он не мог поверить. Ну, вот такие котлеты получились. Я второй раз, когда перевернула, накрыла крышкой. В общем, до готовности нужно подождать. Вот. И что? Снимаем. Вот такой обед я вам предлагаю. Салат, котлеты веганские. Постные котлеты абсолютно напоминают котлеты с мясом. Всем
Рекомендую приготовить. Приятного аппетита. Всем пока. Лайк поставьте, если вам понравилось. Пожалуйста. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.